Цветы, ленты и воздушные шары. Для школьников Серпухова сегодня прозвенел последний звонок. Более 1700 учеников общеобразовательных учреждений в этот день сделали шаг во взрослую жизнь. Подробности в следующем сюжете. Сегодня они пришли в школу без учебников и рюкзаков. Выпускники 9 и 11 классов отмечают последний звонок. Позади дневники и домашние задания. В этот день стараются не опаздывать, хотя точно знают, что уроков уже не будет. Вечером было какое-то такое вдохновение, было очень сложно ждать этого дня, трудно. И на самом последнем звонке было очень волнительно и тревожно. Не знали, чего ожидать от этого дня. Грустно, но многие расплакались из-за того, что уходят, но большая часть продолжает учебу в 10 классе, поэтому не так грустно было. Вот. В 11 классе, наверное, все реветь будем. Школьный двор полон. На торжественной линейке родители и учителя с трудом сдерживают слезы, ведь все так волнительно. Совсем уже взрослые девушки и юноши сегодня навсегда покинут стены школы, где провели столько лет. Самые трогательные слова, напутствие они получают от тех, у кого здесь все только начинается. Это еще один майский праздник со слезами на глазах. Больше 1700 учеников из 18 школ Серпухова сегодня прощаются со своими педагогами. Поздравить ребят с важным событием в каждое учебное заведение города пришли представители администрации. Самое важное, что вы будете иметь в своей жизни, вы получили в школе. Не забывайте об этом. Дальше все будет только накладываться, надстраиваться над тем, чему вас научили в школе. Будьте благодарны учителям, своим родителям за это время. Со школой прощаются так, чтобы их запомнили. Танцевальный флешмоб от выпускников в объективах десятков камер. В финале зажигательного выступления в центре появляется главный герой – классный руководитель. По сложившейся традиции в 12-й школе выпускают в небо белых голубей, как символ уходящих во взрослую жизнь учеников. Правда, здесь не обошлось без суеверий. В школе шутят, сколько птиц останется под крышей здания, столько выпускников будут пересдавать в этом году ЕГЭ. Поверье есть, и были случаи, но все, поверьте, все поступили, все успешно состоялись, все выпускники нашей школы. Теперь впереди у ребят действительно серьезный период. У многих уже завтра начнутся экзамены. Но пока можно немного отдохнуть и постараться запомнить на всю жизнь, как звучит последний школьный звонок.